Уйдешь, и мне станет не до сна. А я опять... запись идет. Всем привет. Сейчас, секунду, чаек попью. Вы на спортивно-игровом канале Рус FIFA PES. Как уже поняли по названию данного видео, сегодня у нас будет прогноз финала Лиги Чемпионов 2020 ПСЖ Бавария. Сразу же скажу, что это FIFA 14 на мобильное устройство, на Android устройство. Играть я буду за ПСЖ, потому что я так захотел. Бавария мне уже, если честно, немножко поднадоела. Вот, тут нету в гостях или так далее. Я сейчас настрою составы, настрою все такое. Но еще у вас будет вопрос, типа, будете писать, установи мод. Вот, я уже говорил, что мод это зло, не надо устанавливать моды. Меняется геймплей, меняется все. Вот, и не только состав. Вот, поэтому я сейчас все настрою, даже стадион найду нужный, и уже потом мы с вами вернемся и все будем дальше делать. Мы будем играть на Olympia Stadium. Там классный газон. Вот ради газона вот, будем на нем играть. Ну и те самые составы. Я так полагаю, только Нойер, Алаба и все, больше никто не остался в Баварии. Ну а в ПСЖ там остались парочка игроков. На секунду, 6 лет уже прошло. В общем, раз, два, три. Собственно, поехали. Просто посмотрим по игре. Естественно, как вы уже знаете, ПСЖ выиграет, потому что за него играю я. В общем, вернемся, когда будет что-нибудь, собственно, интересное. Здесь можно попытаться прострелить, но блокировка. Сейчас посмотрим, что будет с угловым. Ну, подай, я тебя прошу, я же нажимаю, давай. Ибра. Ну, вот получилось забить с углового. Оказывается, автогол Робен. Прикол. Не Ибрагимович, а на Робена записали. Ну, сейчас посмотрим повторы. Очень интересно, что там получилось. Так, вот у нас Лавеси подает. Блин, мне кажется, надо брать в Рубин мне Ибру. Ну, я просто за Рубин играю сейчас карьерку сам. Вот. И чтобы он у меня забивал голы со штрафного. Так, а Робен-то тут каким боком? Очень интересно, а Робен-то он даже не касался. А, нет, он коснулся, да, вот здесь. Для меня забил Ибра, для них пусть будет Робен. Не знаю. Так, и это пенальти. Не знаю, куда он будет бить, наверное, влево. Не влево, я отразил. Так, и сразу контратака. Сразу контратака, вынеси. Прессинг сразу же. Так, что происходит? Отдай мяч. Брысь. Фу. Фу. Вынесли. Так, и это 1-1. Я поражаюсь вратарю. Может, мне его тоже в карьерке купить? Так, ну это у нас перевод. И сейчас главное, чтобы Лавесси пробежал нормально и нормально отдал на Ибру. Так, немножко еще подождем. И пустые. 2-1. Подождите, какой 2-1? 2-0. 2-1, блин. 2-0. Все очень легко. Звезда футбола. Ну, это FIFA. Так вот, Лавесси получает мяч. Здесь можно наперед на Ибру отдать. А дальше я не знаю, что делать, вот серьезно. Подавать тут смысла нет. Можно вот так вот пофинтиться. Отдать в центр и пробить слё... Слушайте, а это могло получиться, а это могло залететь, но не залетело. А на секундочку, еще всего лишь 36-я минута, и я не играю 6 минут, а всего лишь 4. То есть это все время быстро проходит, и уже веду 2-0. Ну, то есть нормально. Да еще и перехват, да еще и пас на Кавани. Слушайте, мне это не нравится. Кавани, ё-моё. У-у-у, как плохо. Как плохо. Выиграй вверх, выиграй вверх. А Ибрагимович не отдал пас. Первый тайм заканчивается.
Можно даже стату посмотреть. 85 точность пасов. Ну, неплохо. 5 ударов целых мы нанесли. А, вот, но это пока не важно. Важно будет, что во втором тайме. Да ладно, это... Слушай, а ты умеешь бить, да, мимо. Ставьте Лукас, если он сейчас забьет. А, побороться. Так, ушел, еще ушел на скорости, так небольшой рывочек сделал и убежал. Отдай пас, отдай. И это получилось как будто в разрез, но отобрали. И сейчас идет контратака, ее нужно закрыть. Быстро, Робена, бить надо. На, не получилось. И атака продолжается, что же делать, передача назад. Я устал комментировать, и может срезочку сделаем небольшую. Давайте срезку лучше. Делай, нет. Все, хватит. Наша атака теперь. Все, наша власть, наш мяч, все. Так. О, какой позор. Можно я выключу? Оп. Пару финтов. А здесь просто нужно всех их оббежать. Отдать точную. Ладно, попробуем с углового. Так, где у нас там Ибрагимович? А, вижу. Ну ладно, окей, Сильва. Ну, я старался. И опять у меня получилось с углового. Блин. ПСЖ команда мечты. Лукас, пробей. Нет, но это уже желтая, да. Пастора, Ибра, Пастора убегает. Опять Пастора. А я даже дальше не знаю, что делать. Ну, давайте так. Лавесси, Нойер. Офига себе, вот от такого я не ожидал. Так, давайте еще раз. Где там у нас Ибра или Тиаго Сильва? Давай. Ну, блин. А я думал, ты забьешь. Давайте навесим. А, он в офсайде там. Нет, отбери просто и забей, да. Е, 3-0. 2-0 как-то так себе, а вот 3-0 более-менее результат уже, да. Я даже посмотрю повтор. Так, ну ты-то в офсайде, все дела. Здесь просто отобрал. И просто... И до свидания. Нгуем их, и может еще четвертый получится забить. Не знаю. Так, это концовка матча. Все напряженно. Бавария по-любому не отыграется. Прессинг от ПСЖ. Нет, а что, прикольно было бы, если ПСЖ выиграл? Там Неймар, все дела. МБП, первая лига чемпионов. Не знаю, вот у нас закончился наш, так сказать, матч. 3-0 выиграл я, можно сведения посмотреть, все дела. Вот. Сыграл неплохо. Очень даже неплохо. Вот. У Баварии всего 3 удара по воротам. Всего один. Ужас какой. В общем. ПСЖ, не знаю, будет реально прикольно, если они выиграют. Вот. Ну, а Бавария просто машина. С вами был Рус ФПС, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик, комментировать, вот это все дела. А я пойду еще что-нибудь для вас запишу. В общем, всем пока. Так, а что она не удаляется-то? Как удалить это? Помогите, ё-моё. А, вот.